Привет, друзья мои! Праздники, как ни странно, заканчиваются, и мы переходим к повседневной жизни. Приготовим сегодня несложное, но вкусное блюдо. По составу и приготовлению очень напоминает плов. Готовим рис с фаршем в казане на костре. Можете на этом блюде потренироваться перед приготовлением настоящего плова. К делу! Начнем приготовление с мяса. У меня говядина килограмм и свинина где-то кило 200. Нарежем кусочками, удобные для измельчения в мясорубке. Измельчим кусочки мяса на крупной решетке мясорубки. Поехали. По овощам. Овощной набор я взял аналогичный набору для плова. Значит, давайте поподробнее немножко. Мясо у нас будет, значит, 2200, моркови будет 2200, рису будет кило 200. По моркови одинаково с мясом, сколько мяса, столько и моркови. Лук репчатый. Лук репчатый у меня 600 грамм. Вы можете брать и 300, кому как нравится, это не принципиально. И есть у меня чеснок, две головки. Здесь тоже по вкусу, кому как нравится, больше, меньше. Я оставил одну морковь показать вам, как нарезать. Срезаем одну сторону. Это для устойчивости моркови. Какой по длине вам надо, смотрите. Я люблю покрупнее, подлиннее. Сделаем подлиннее. Нарезаем. Видите, я опору сделал. И она устойчиво стоит. Морковь разделили на пластины. И теперь нарезаем на длинные красивые брусочки. Ну, этот вариант для плова можете и такими резать, как вам нравится. Согласитесь, длинненький, красивей. Так, лук. Лук, все просто. Крупными полукольцами. И чеснок, кому как нравится. Можете через пресс, если не хотите нарезать. Можете целиком прям головками положить. От этого ничего не поменяется. Друзья, овощи мы подготовили. Можно начинать обжаривать овощи. Ставим казан. У меня 12-литровый. И наливаем. Здесь у меня в склянке 250 мл растительного масла. Все выливаем. И дадим нагреться хорошо. Масло нагрелось. Отправляем в казан лук сразу. Сейчас опять температура поднимется, мы высыпем морковь. Пока не будем, а то остывает быстро казан. Сразу много. Высыпаем в казан сразу всю морковь. Перемешаем. И дадим 5 минут размягчиться, обжариться. Добавляем в овощную смесь 3 столовые ложки томатной пасты. И продолжаем обжаривать еще 10 минут. Должен заметить, что в плов, ну я даже и не слышал, очень редко добавляю томатную пасту. Но у нас это не плов. У нас ленивый плов. Перемешаем, чтобы томатная паста разошлась хорошо. Отправляем в казан фарш.
перемешаем с овощами и будем обжаривать до готовности фарша. Время добавлять специи. Специи у нас будут такие. Куркума. Ну, по граммовкам я не знаю сколько. Ну, тут чайная ложечка. Паприка подкопченая. Одинаково, тоже чайная ложечка. И куркумы. Куркуму через ладони, как говорят, растирать, чтобы она аромат свой пустила. Отправим также чеснок наш нарезанный. И хорошо подсолим. Когда такое готовится, овощи и мясо, это называется зервак. Но у нас с фаршем, но все равно близко к зерваку. Это основа для плова. Когда готовим плов, называется зервак. Перемешаем все и продолжаем обжариваться. Друзья, наш зервак или овощная мясная смесь обжарилась. Мы сейчас добавим кипятку, чтобы покрыло и фарш, и овощи. Немножко, чтобы покрыло. Перемешаем. И в это время надо отрегулировать на соль. Потому что мы будем следующим ходом запускать рис. И уже солить не будем. Поэтому нам надо, чтобы наша овощная мясная смесь или зервак была немножко пересолена. Чтобы рис взял пересол на себя. Ну, чтобы рис был хорошим уже соленым. Вот просто попробуем на соль. У меня достаточно. Все. Минут 15 еще водичкой его протушим. И дальше будем заниматься рисом. Друзья, немножко о рисе. Рис у меня, как я говорил, 1,2 кг. Название его «Лазер». Но когда я ходил по магазинам, это у нас Краснодарский край, сортов риса великое множество. Выбирай, какой хочешь. И шлифованный, и пареный, и разных размеров. Ну, я про «Лазер» слышал, что он для плова хорошо идет. Ну, и решил его применить и попробовать. Я его не замачивал, ничего. Просто помыл хорошо. Несколько раз надо промывать, чтобы такая белая вся вышла из него, чистая была. Вот и все, что я с рисом делал и какого он названия. Рис вносим в овощную смесь аккуратно, ничего не перемешивая, просто верхним слоем вот так укладываем. И выравниваем слой. Выровняли. Рис по всей поверхности распределили ровным слоем. Но я вижу, что у меня воды маловато. Воды должно быть на палец больше, выше слоя риса. Мы сейчас добавим. Добавлять будем кипяток. Сейчас как вода закипит, сразу огонь убавляем на самый малый. Закрываем крышкой и минут 10 мы его парим. Все, закрываю крышкой. Пусть рис впитывает воду. Ну что, друзья, прошло 12 минут. Давайте посмотрим и произведем некоторые действия. Значит что, у нас внизу нижний слой риса уже впитал в себя всю овощную жидкую смесь. Мы сейчас от борта казана рис немножко наверх отодвинем,
И теперь сделаем вот так. Нижний ряд. Наверх, а верхний на низ. Но не трогаем овощную смесь. Просто переворачиваем нижний ряд наверх, потому что ему жидкости не хватает. А нижнему ряду уже достаточно, он впитал в себя. Не затрагивая овощную смесь, просто перевернем и разровняем. Воды у меня достаточно, доливать не буду. Опять разровняем, но к бортам сильно не надо, чтобы он там не пересыхал рис. Немножко горкой сделаем. И пусть парится. С водой, если кому не хватает, доливайте смело. Если видите, что мало воды, ничего тут страшного нет. То рис без воды будет жесткий. Все. Закрываем, пусть дальше парится. Друзья, прошло еще 10 минут. Давайте проведем процедуру переворачивания риса еще раз. Вот видите, я немножко затронул морковь, но ничего страшного. И теперь переворачиваем. Разровняем. Я воду не доливал, все у меня пока с тем объемом воды. Сделаем проколы, чтобы пар поднимался с водой, верхний рис нас доставалось. Палочки у меня нет, так что я ложкой. Но это сути дела не меняет. Все, продолжаем парить. Друзья, прошло еще 15 минут. Рис уже на 99% готов. Посмотрите, какой рассыпчатый. Предлагаю перемешать его с овощами, с фаршем. И будем пробовать набирать, формировать. Красота! Рис хороший. Лазер называется. Все, формируем сейчас и пробуем. Друзья, я снял казан с ленивым пловом. Будем формировать. Время приготовления риса. Только риса у нас составило 12 минут, 10 и 20. Ну, в общем, сложности округлим. 40 минут. Рис, как вы видите, получился рассыпчатый, ароматный, красивый. Пробуем. Друзья, рис с фаршем на красивом блюде. Заранее отвечаю на комменты. Это не плов. Много похожего, но и много, миллион различий. Это самостоятельное блюдо. Рис с фаршем. Пробуем. Рис рассыпчатый. Морковочки много. Фарша достаточно. Рис мягкий, пропарился очень хорошо. И на соль очень хорошо. Очень вкусно. Друзья, рис с фаршем мы приготовили. Кто сомневается или боится, что у него будет жидковат или с комочками это блюдо. Это норма. Это ведь не плов, ничего страшного. Потренируйтесь на этом блюде, следующее будет плов. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом блюде. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего вам доброго. До встречи на канале.